начинаю видеоотчет на проделанной работе. Так, это все скошено. Огород посажен. Грядка мульчой посыпана. Там ящики. Вот. Сам я весь искусанный, закрытый. Вот. Там кто? Витек работает. Витя, это ты? Да. Что делаешь? Молоток как ты держишь? Ты душишь молоток. Нельзя так держать молоток. Ты его задушишь, он потом тебе по лбу ответит. Так, Тефа что делает? Как всегда. Дышит и убивает этих насекомых. Тефа, ты уже поужинала насекомыми? О, Витя сделал. Молодец. Вроде ровно. Отремонтировал забор. Витя, смотри, вот тут еще нужно. Вот эта шляпа. Видишь, ее нужно приколотить посильнее, покрепче. Не-не-не, наоборот. Молоти со всей силы. Давай. Молодец, все, хорош. Все. Так, тебя кусает? Покажи свои уши. Ууу, искусаны это все. Вай-вай-вай, красные. Ой, мама мия. Тефа, у тебя тоже есть? Тефа. Вся искусанная. Вся искусанная девочка. Ой. Так, ну что мы еще сделали? В общем, скошено тут все. Бочки поставили. Завтра в среду воду обещали привезти. Вот. Витя, тут еще забор сломан. Слышишь? Витяк. Здесь сломан забор, коровы зашли. Петруча гонял их. Тут сегодня утром скосил выставку. Там напротив гаража скосил. Вернее, у гаража. У помойки скосил. Там у шиномонтажа прямо до то самое. До туалета. Вон там мостик с Витей поставили с дороги к туалету. Вот здесь все скошено. Наш домик. И мамину аллею скосил. Прямо до молитвенной скамеечки. За 3 дня сделал. Вот если идти по этой тропинке, идти минуты 3-4-5, можно даже. Не 5, 3-4 минуты. Вот. То можно прийти к молитвенной скамеечке. Вот. О, летит пылище. Вот дубок. Ну, уже 2,5 метра точно. Вот, все. О, пылище какая. Вот так вот. О, тут трава уже, все. Тут еле-еле ее берешь косилкой. Но получается. Вот. Так что вот так вот. Тут штаб тоже весь зарос. Тефа встречает, идет. Хвостом машет. Да, Тефа? Привет, привет. Вообще-то не культурные языки показывать, понятно? Вот. Ну, теперь можно газонокосилка, которая на колесиках, газонокосить. Вот эти дрова надо, еще в прошлом году привез. Надо все распилить, расколоть и сложить. Куда, пока еще не знаю. Вот сегодня докашивал вот эту поляну. В первый день косил где-то, наверное, треть. И все. Спустя вот неделю пришлось картошку сажать, пока отвлечься. Вот здесь всякие-то... Не знаю, что-то прошло у нас. Вот вокруг березки. Забор здесь тоже надо ремонтировать.
Вот. Ну, здесь косило. Загон куриный надо, наверное, снимать, потому что снег сошел, его всего повалило. Вот я его подпорки-то сделал, тут, конечно, вот эти. Вон, все завалено было. Тут вообще все сломалось. Вот Витя разбирал. Что-то нужно тут как-то по-другому делать. Не знаю. Вон тут за баней тоже скашивал. Ну так, преображается участок, конечно. Ну и вокруг Полинского дома, там вот за дорогой, там все скошено. Картошка посажена, все скошено. Там, конечно, культурно. Осталось только забор сделать. И, в принципе, и баню, и дровяник, и забор. И, в принципе, и воду. И все. Слишком много и. Вот. Время 6 часов вечера. Солнце еще высоко. Вот. Вот с крыши лестница съехала. Да, еще здесь овечий загон надо косить. Может быть, его тоже разобрать как-то, не знаю. Все тут, сколько, какая высокая трава. Уже почти смой рост некоторые дудки. Вот. Все тут надо собираться даже. Не знаю, как это же. Все тут сломано было, конечно. Вот водосток был сломан, пришлось ремонтировать. Видите, щетку поставил для ног. Сегодня в коридоре убирался, подметал. Ласточка тут жила, жили, накакали. Пришлось тут мыть пол, все это дело. Вот, а так все на месте. Все нормально. Металлоискателем так еще руки не дошли даже. Очень много дел, очень много дел. Ну ладно. О, Витя стоит без работы. Где? Я же тебе там говорил, что тоже забор сломан. Вот это, наверное, можно не отпиливать даже. Что ты там устроил? Смотри, как справа там криво все. Ладно, конец связи.